Всем привет, с вами Данил, и сегодня будем называть вторая часть третья. Так, не начнем. Акваланг, наш мир обнянный. Так, я появляюсь, не пойдем в пещеры. Должен был появиться в другом месте. Так. Так, немного дуплю. Сегодня будем ходить за деревом. На. Убит. Сегодня мы пойдем не только за деревом и ходить по миру, убивать слизняков и т.д. Быстренько. А, улучшает только зрение ночью. Там... Ладно, мне как-то неохота туда идти. Пойду пока что только сюда. Ну, надо притворность, ну это было бы вообще. Так, вон там 4 железа вижу. Чё? Потом. Да. Так. Пойдём где за железом. Железная руда. Вижу кашля. 17, 16, 14, 13. Слизь. Он надоел меня бить. Ай, козёл. Иди нафиг. Я чуть не сдох. 7 грибочка. Ой, я зелье выбил. Просто медь я видел. Ой. Блин, нет, все-таки медь это. Уже запутался. О, нет, только нет. Извините, но я туда не пойду. Вот этот фиолетовый мир, который я у вас в первой серии. Для слизняка 25 хп. Я не вижу таких. Так, и он скоро дойдет до моего дома, этот мир. И возле моего дома будут летать такие херни. Сейчас быстрее в пещеру, люди. Так, или хотя бы сделать броню надо. Вот что там? Бежим! Парни, бежим! Бежим! Хоть кто-то. Ой-ой-ой. Вот что будет со мной, если я не сделаю себе броню. Он был хорошим воином. Не знаю точно. Гэндальф, честно говоря, что...
А если я выиграю этот мир, то будет ля-ля-ля-ля-ля, ты получаешь медаль. Сегодня мы идем в пещеру, а не за деревом, прям в пещеру. Самую страшную в мире пещеру. Сначала добудем дерево. Капец. Что-то я туплю. Так, я снимаю где-то 5 минут, может, чем-то даже. Так, теперь. Вот это дерево, вот это поднимаю. Блин. Yes. Все, идем в пещеру. Та еще каска, я в пещеру. Стоп. Не могу долго идти. Мне нужно это. А, вспомнил. Блин, кузницу надо сделать. Тогда... О, розовый. Вот тут только розовый что-то делают. Так, да не это, блин, тупень. А вот это. В Майнкрафт тут так не так мало земли. И вроде там пещера. Нет, мне вроде показалось. Но показалось. Нет. Всё, не в этот раз. Серу. Я кое-куда в другое место пойду. Так, так, так. Бежим. Бежим, бежим. Семя. Семя. Стас, поняла сюда. О, паутизм. Блин, упал. В пещере много слизняков, и мать, слизняков. Это уже глубоко где-нибудь там. Там буду заканчивать свою серию. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, если что-то не нравится или что-то
Вам надо показать. Ну, что хотите показать, как где упать вещи, например. Сундуки, я не знаю, как вещи. Сундуки, шкатулки, деньги. Или вообще свой мой первый мир, там что у меня было. А я там выживал. Или буду как боссом мочкарить. Комментируйте. Всем пока. Скоро увидимся.